В Латвии началась эпидемия гриппа. От осложнений уже умерли 2 человека. Оба были старше 50 лет и страдали хроническими заболеваниями. Как отличить грипп от обычной простуды? Как уберечься от опасного заболевания? Это выясняла Диана Ходулина. Слабость, апатия, головная боль, высокая температура – все это признаки гриппа. Приемное отделение заполнено. Семейные врачи регистрируют грипп у пациентов всех возрастных групп. Однако самая высокая заболеваемость среди детей – от 5 до 14 лет. Может уже в первый день болезни начаться сухой непродуктивный кашель, без мокроты. Человек ощущает желание лечь в кровать, отдохнуть. И следующая мысль, что можно сделать, чтобы как можно быстрее поправить свое здоровье. Это постельный режим, антипиретики, лекарства, которые снижают температуру, средства, которые уменьшают кашель. Но нужно помнить, что грипп – это вирусное заболевание, и наибольший эффект оказывают противовирусные препараты. Вирус гриппа очень заразен, поэтому во время эпидемии особенно важно соблюдать профилактические меры. Инфектологи уверены, народные средства помочь могут, но они не столь эффективны. Дать отпор гриппу поможет вакцинация. Впрочем, сами же врачи признают, существуют разные виды вируса, и прививка защищает не от всех. Мы можем с помощью некоторых приемов уменьшить количество вируса в окружающей среде. Это влажная уборка, проветривание комнаты, уборка с дезинфицирующим средством, мытье рук. Пытаться уменьшить возможность инфицирования с помощью приема витаминов, питательной пищи. Но надо понимать, что все эти методы профилактики довольно-таки ограничены, поскольку вирус очень-очень маленький и очень-очень заразный. Грипп – это инфекционное заболевание. Это значит, что лишь с помощью анализа можно действительно узнать, болен ли человек. И как раз вот здесь, в лаборатории, за этой стеклянной дверью, образцы проверяются, и уже в течение дня можно дать ответ. Работники лаборатории говорят, что уже ощутили распространение вируса гриппа по стране. Только за прошлую неделю в лабораторию пришло около 200 проб анализов. И больше, чем в половине случаев, подозрения на наличие гриппа подтвердились. Есть и первые жертвы. На минувшей неделе грипп унес жизни 2 человек. Оба пациента были старше 50 лет и имели ряд хронических заболеваний. Национальная служба здоровья напоминает, в период эпидемии гриппа визит врача на дом обойдется всего в 2 евро – 85 центов. Это относится ко всем семейным и дежурным врачам, у которых заключен договор с Национальной службой здоровья и которые оказывают оплачиваемые государством услуги. Диана Ходулина, Валтер Зелч, Латвийское телевидение.